Так, Александр, как понять такую фразу по лоту торги признаны несостоявшимися, заключен договор с единственным участником? Александр, поясню. Значит, также, ребят, читаем законы, 127 федеральный закон и 495 приказ. Значит, у нас, когда аукцион идет, там, чтобы аукцион состоялся, необходимо два оппонента. То есть, когда один участник делает один шаг, второй участник делает второй шаг, и так они начинают цену поднимать. Тогда торги признаются состоявшимися. Когда участвует один участник, и он просто подал заявку по цене, то, соответственно, по закону торги признаются несостоявшимися, но у конкурсного управляющего есть право заключить с этим единственным участником договор купли-продажи. Соответственно, если оба согласны, то договор заключается. Так, Александр, если, что происходит с лотом дальше, если он не продался на публичке? Но все зависит от того, о чем договорится конкурсный и кредитор. Иногда бывает, если имущество не продалось, конкурсный предлагает купить данное имущество кредиторам по той цене, которая зафиксировалась на торгах. То есть до той цены, до которой она упала.